вещи, на которых держатся все ирландские танцы. Это выворотность первая. Становимся пяточки вместе, носочки в руки, колени в стороны получается, да? Да, ну не обязательно делать балетную выворотность, я вас об этом не прошу, просто поставьте вот пяточки. Ирландская первая отличается от балетной первой. Следующее. Берем, к примеру, правую ножку и закрещиваем бедро, ставим ее вперед. Получается палочка. Перекрест. Угу. И последнее, что происходит, мы вырастаем на полупальцы. Полупальцы, да. А теперь самое важное, как с полупальцев не рухнуть. Это корпус. Наш корпус является таким рычагом, который не позволяет нам заваливаться вперед, в бок, руки не болтаются. Ставим корпус. Плечи вперед все сделали. Теперь подняли наверх и опустили назад, а локти распрямили. Локти распрямили вниз, как бы вы себя вытянули вниз. Плечи сзади. Лопатки чуть-чуть сведены, мы держим лопаточки. Руки. Руки зажаты в кулаки, но они не пережаты, а как бы мы держим воздух в каждой руке. Как будто держим воздух. Воздух. Да. В каждой руке чуть-чуть воздуха. Носик у нас смотрит немного наверх, то есть подбородок у вас наверх и назад, чтобы не получилось, что спина у нас прямая, а вот эта вот шея у нас впереди, да? То есть мы подбираемся назад. И следующее, что нам необходимо, это немного втянуть живот и потянуться наверх макушкой. Такое ощущение должно быть, что вы подвешены, как елочная игрушка, как будто вас что-то наверху удерживает, да? Это позволит вам держать ровный корпус. Руки прижаты и спрятаны примерно за шов брюк. Вот где-то тут шов брюк, вот за них, да? Пальцами к себе, зажатые с воздухом. Корпус все сделали. Теперь поставили вместе пяточки, носочки врозь. Перекрестили ножку, перекрест сделали. Зажали бедро, это очень важно. То есть у нас вот тут не вот так колени, да, а собраны бедром. И выросли на полупальцах, постарались постоять. Нам понадобится для нашего, для изучения танца. Становимся уже привычно, правая ножка впереди, по ирландской пятой позиции, балетная ирландская другая. Вырастаем на полупальцы и пробуем в прыжочке поменять ножку. Как мы делаем прыжки? Очень надежно сидит на ногах и не дает мне прыгнуть наверх. Тянемся наверх животом, корпусом, плечи остаются внизу, а всем корпусом вытягиваемся наверх, когда меняем ножки. Раз. Отлично!